львівська мануфактура з усіх куточків світу. Львівська кава. З одна дерибасовська. І релаксірований. Постепенно гуляв тільки релаксірований. Більше ще нікого немає. Вот так выглядит интерьер. Наполеон неплохой. Я бы даже сказала хороший. Вот эту с вишней ерунду мы не пробовали еще. Кава приличная и весьма. Все за 109. И все это за совершенно смешные цены 109 гривен. Сколько это в долларах? $3, да? Что там? $3 практически. $3. Нет, почти 4. Отдыхайте, господа. Улыбайтесь, господа. Любимая Одесса. Вы догадываетесь, где мы? Угу. Оперный театр. Паранемоктеры, друзья. Вечереет. Скоро начало спектакля. До чего хороша наша Одесса. Праздник души. Подозрение, что это самое интересное в спектакле. Это спектакль при входе. С измерением температуры. С тем, что маска должна быть плотно одета. И оставляем вещи для проверки персоны. Беспонтовая Одесса, в общем. Зебра без головы, вот сейчас приодела только голову. А тут им еще? Илья. Зебра и кто? Зебра и конь. Это конь такой, сейчас я вам покажу. Конь Юли. Вот такие вот ребята. Тоска. Никого нет. Кирилл под где? Ничего, скоро лето. Возле воды хорошо расслабляться. Вот молодой человек, он уже минут 20 стоит. И я сейчас пойду. В Одессе тепло сегодня, очень тепло. А возле фонтана на Театральной площади так холодно, такой ветер. Что значит правильная планировка? Здесь всегда должно было быть прохладно. Здесь не согревались, здесь охлаждались. Так. Начинаем? Давай.
шоу. Вот это шоу. Почему вы деньги не собираете? Я не поняла. Вот так вот делаете это впечатление. Что значит? Головой пол? Нет, это планк. Давай, давай, еще половина. А вот это попа. Ну и как она высоко. Тебе же явно неудобно. Ну-ну-ну. Почти 50. И 50. 5, 4, 3, 2, 1. Все. Ну-ка. Присаживайся. Присаживайся на него. На него? Да. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько там? И еще 10 секунд, спортсмен. И 1,5. В смысле? 1,5 минуты уже стоишь. Вот. Покажись. Лилия Павловна, давайте. Выбрасывайте шоколадку. Зачем ты меня паришь? Вместе. Давайте вместе. Ну еще этого никто не делал. Перед оперным театром вот этого еще никто не делал. Хорошо, что никого нет. Подождите, вас сейчас полиция заберет. А? Вы у меня вдвоем не вмещаетесь. Так вы что хотите сказать, что и я должна прийти к этому делу? Что ты сдался, Илья? Кирилл, хватит, ты в костюме, между прочим. Какой в костюме только делал этот вот? Как его фамилия? Ну, господи, какой ты наш политический деятель. Сезон закончен. Нет никого. Автобусы пустые. Приходите, кто хочет еще. Приезжайте.